И дальше у нас будет выступать Юрий Анушкин, QA Academy, тестирование ПО, вход для посторонних. Давайте поприветствуем Юрия. Добрый день, уважаемые аутсайдеры. Я не оговорился, потому что раз вы находитесь здесь, то вы, скорее всего, находитесь вне IT. Если бы вы были в IT, вам не было бы никакого резона сюда приходить. Я полагаю, что если вы студенты и учитесь на профильном факультете, то начиная со второго курса на вас начинается охота, и вам не нужно объяснять, как попасть в IT. Если вы живете в Минске и обладаете возможностью идти на курсы, учиться на них, скорее всего, вам ничего не нужно объяснять. Раз вы здесь, значит, вы аутсайдеры, вы вовне. Цель моей презентации – это дать четкие, ясные рекомендации как раз тем, кто, слушая текущее выступление, периодически спотыкается о незнакомые слова, не очень хорошо понимает некоторые термины и, в принципе, пришел сюда для того, чтобы получить ясное и четкое руководство, что нужно делать для того, чтобы попасть в сферу IT. На всякий случай хочу вам напомнить, на текущий момент при населении в 9 миллионов, в Беларуси 4,5 миллиона работающих людей. Из этих 4,5 миллионов на текущий момент в IT может работать не более 1%. Ну, то есть вся численность сектора IT, если посчитать ее по головам, это менее 1% от 4,5 миллионов. Итак, вы находитесь в ситуации, когда вы хотите попасть в сферу, где, по сути, конкуренция где-то 1 на 100, если уж так совсем по-честному. На ваше счастье, не все живут в Минске из этих 4,5 миллионов. На ваше счастье, те, кто преодолел возрастной рубеж 30 лет, вряд ли будут вам конкурентами, так же, как и те, кто еще не дошел лет до 17-18. Шанс есть. И сейчас я хочу рассказать вам о той специальности, которая, на мой взгляд, наиболее адекватна и наиболее подходит для тех, кто не имеет профильного факультета, когда учился в ВУЗе, учился на непрофильном факультете. Те, кто понимают, что да, действительно, будущее за IT, но понимают, что способности, данные и ваша карьерная траектория пока шла в другом направлении. Мы будем говорить о тестировании программного обеспечения, о чем довольно коротко и ясно предыдущий спикер, в общем-то, обозначил. Я не буду расплываться водой мыслью по воде, по асфальту. У меня есть конкретных несколько цифр и несколько конкретных предложений. Итак, во-первых, наш стенд находится ровно у меня за спиной, и после окончания моего выступления вы можете подойти к нашему стенду и сделать конкретный, ясный, понятный шаг в направлении IT. Но сначала несколько обоснований. Я не собираюсь вас успокаивать, я не буду вам лгать, я буду говорить вам суровую правду, такая, какая она есть. Итак, кликер. А можно следующий слайд? Ребят, кликер не срабатывает, куда нажимать? Дайте просто следующий слайд. Их там не так много, я думаю, вы вполне можете их нажать. Я представляю QA Академию. Мы являемся партнерами крупнейшей компании, которая занимается тестированием программного обеспечения в нашей стране. Это A1QA. В ней сейчас работает около 400 тестировщиков, и мы комплементарны этой компании в двух отношениях. Во-первых, мы используем преподавателей только из этой компании. И во-вторых, те выпускники, те, кто заканчивает наши курсы, по праву первой ночи в первую очередь рассматриваются именно A1QA. Это позволяет нам, в общем-то, достаточно партнерски передавать людей и иметь некоторую статистику. Собственно говоря, я некоторый элемент статистики вам и хотел сегодня показать. Но сначала по поводу профессии. Очень кратко. Моему сыну было 20 лет, это было совсем недавно, 3 года назад. Он пришел ко мне, имея опыт работы официантом, маркетологом, агентом по продаже недвижимости, пионервожатым и продавцом в рознице. В 20 лет уже много чего попробовал, и вдруг он созрел. Он пришел ко мне и сказал: знаешь, что я много чего попробовал, хочу войти. Я сказал: прекрасная мысль, с чего будешь пробовать? Ну, так как я уже имел отношение к тестированию, говорит: попробуй тестирование. Я говорю: давай, попробуй. Он пошел и попробовал пройти отбор на бесплатные курсы. Пришел ко мне и сказал: ты знаешь, не прошел, что-то я уже расхотел на тестирование, похоже, это не мое.
Я говорю, хорошо, что дальше? Ну, я не знаю, куда дальше идти. Я говорю, хорошо, единственная специальность, на которую ты можешь пойти после тестирования, не имея профильного образования, будучи гуманитарием, это бизнес-аналитик. Надо сказать, что он прошел курс бизнес-анализа, я помог ему в том, чтобы попасть на этот курс, и вышел оттуда точно так же с твердым убеждением «не мое». К счастью, довольно скоро он наконец нашел себя, и сфера была неожиданной. Ну, не буду говорить, это сфера, в конце концов, это его личное дело. Она оказалась вне IT, и в ней он на сегодняшний момент успешно волонтерит в Словении, ездит по Европе, ему там очень интересно. Оказывается, можно себя найти и вне IT, так, на всякий случай. Можно следующий слайд? Но это наш сайт, вы сможете на него зайти в любой момент, QA Academy BY, но вопрос не в этом. Да. Итак, две специальности, мы будем говорить о тестировании. По бизнес-анализу вам рассказывали, я думаю, это немножко другой профиль. Мы очень остервенело специализируемся только на тестировании программного обеспечения. Вот процент людей, который получает предложение пройти стажировку в компании A1 QA после того, как заканчивает наши курсы. Вот так, коротко и ясно, 15%. Хорошая новость. Это те данные, которые я в состоянии, благодаря партнерским отношениям, отследить. Но кроме этих 15%, по нашей прикидке, еще приблизительно 10% людей находят работу самостоятельно в компаниях города, и таким образом похоже, что мы даем выхлоп, позволяющим людям сделать следующий шаг, войти в компании в качестве стажировки, порядка четверти, около 25% по нашему прогнозу. Но 15% это четко отслеживаемая цифра. Далее. Благодаря тому, что опять же есть аналитика, я попросил наших партнеров в разрезе того, кто, собственно говоря, с каким образованием люди попадают к ним в штат. Я подчеркиваю, сейчас мы смотрим разрез именно того, откуда люди, с каким образованием. Условно я разделил их на две категории. Технари – это те, кто закончил ФПМ, те, кто закончил БГУИР, либо ВНТУ, допустим, там автотракторные, другие специальности, которые явно технические. И на другом полюсе абсолютные гуманитарии. Сюда входят люди из самых разных специальностей, я даже не возьмусь их перечислить, но это гуманитарные факультеты. Есть предположение, какие тут цифры? Ну, близко. Итак, как вы видите, анализ показывает, что наши выпускники, те, кто попадают в конце концов в штат компании, имеют соотношение вполне благоприятное для гуманитария. И именно поэтому я назвал свою презентацию «Вход для посторонних». Гуманитарии не те люди, которые, в общем-то, должны вроде бы попадать в такую высокотехнологизированную техническую сферу, как IT. Но это возможно. И возможно, на мой взгляд, в первую очередь через вход тестирования программного обеспечения. Там не требуются столь глубинные и критичные знания математики, математического аппарата и всего того, что предыдущие спикеры достаточно четко обозначали. Понятное дело, что кое-что все-таки нужно. Что именно? За счет того, что у нас большой поток, мы проанализировали по мере возможности, что требуется человеку постороннему для того, чтобы попасть в сферу IT через тестирование ПО. Да, вот эти три составляющие. Первое, наиболее критично. Вот не поверите, это основной параметр, и ничего нового я не скажу. Если вы способны обучаться, если у вас высокая обучаемость, вам многое по зубам. Второй параметр, это специфика именно тестирования. Нужно иметь довольно специфичное восприятие, некоторую степень занудства и перфекционизма для того, чтобы состояться в этой профессии. Если вы не обладаете этим отроду, если у вас не свойственно вот это некоторое внимание, четкость, да, перфекционизм, занудство, ну, скорее всего, и вам можно что-то найти, но сложнее. Сама профессиональная область требует этих качеств. И, наконец, третий пункт.
Опять же, многие мои предшествующие коллеги-спикеры довольно четко разворачивали, что имеется в виду под навыками продвинутого пользователя, и обозначали, что это вовсе не пользование Фейсбуком. Я бы сказал так. Если вы профессионально владеете каким-нибудь программным пакетом, если вы в состоянии сами установить себе операционную систему, если вы в состоянии решить там текущие проблемы, которые не требуют профессионального вмешательства в работу вашего компьютера, уже неплохой задел. Остальному научим, если вы обладаете первым наиболее критичным качеством – обучаемостью. Четко и ясно, что вам нужно сделать для того, чтобы вот сделать какое-то движение. Сейчас до сих пор больше вы получаете некое представление, знание. Вы видите некое поле представлений, понятий, информации. Но я искренне считаю, что если вы потратили свое время в этот субботний день, придя сюда на конференцию, вы должны выйти отсюда с четким представлением ясного, конкретного первого шага. Вот этот шаг очень простой. Зайдите на сайт, зарегистрируйтесь сегодня, сейчас. Во-первых, вы получите 10% скидку, что приятно. Во-вторых, это действие. Пойдете учиться или нет? Ну, мы не можем вас заставить, хотя с удовольствием бы это сделали. У вас останется еще выбор, идти учиться или нет. Но, по крайней мере, это конкретное действие. Еще важный момент. Да, не все из вас войдут в эту сферу. Не всем она подойдет, не всем подойдете вы. Но о том, подходите ли вы, подходит ли сфера вам, как и говорили опять же предыдущие спикеры, вы узнаете только тогда, когда попробуете. Наше предложение дает вам возможность взять и попробовать. Вот действительно, не размышлять, не думать, не пережевывать, не метаться, как Буриданов осел, в выборах между тем или другими выборами, а вот четко взять и попробовать. По крайней мере, это предложение, еще раз подчеркиваю, для аутсайдеров, тех, кто далек от сферы. Пока коллеги настроят видео, коллеги, мне нужно видео. Куда они делись? Алло. Да, спасибо. Сейчас будет 40-секундное видео. 40 секунд. Посмотрите на человека, который пришел к нам на курсы и обнаружил, нашел себя в IT. То, что он будет говорить и то, как он будет говорить, это лучший образец, если хотите, маркер. Если вы можете себя представить говорящим то, что будет говорить этот человек, вам к нам. Если вы даже близко не можете себя представить говорящим эти слова вот с тем выражением, которое будет говорить он, скорее всего, вам куда-то в другое место, в другой профиль. И я напоминаю, после того, как закончится ролик, вы просто проходите ко мне за спину, там наш стенд, берете наш флаер или регистрируетесь на нашем сайте. Конкретное, ясное действие. Спасибо. Наверное, даже на курсах у меня щелкнуло, что это все-таки мое. Когда дали первое домашнее практическое задание, когда там все, вот, выщемите баги, там, ну, это было десктопное приложение. И ты начинаешь его копать и понимаешь, что о, вот, еще. И когда вот у тебя просто такое эстетическое чувство так, прекрасного, что вау, там 30 багов, все описаны, все найдены. Круто! Видите, сколько полезного есть на Ютубе. Ну, друзья, задавайте вопросы, чего вы. Хорошо? Добрый день. Скажите, почему вы ни слова про английский язык не сказали? Ну, во-первых, мне кажется, ситуация с английским языком настолько очевидна, что уже вроде бы не нуждается в разъяснении. Но на всякий случай все-таки обозначу, раз уж вы задали вопрос. На сегодняшний день в компании A1QA, с которой мы плотно сотрудничаем, есть русскоязычные проекты. Более того, на текущий момент, ну так как они партнеры, я немножко владею информацией о том, что там происходит,
На текущий момент продолжается развитие российских проектов, активно развиваются отношения с клиентами, которые были потеряны после 2008 года, и тема русскоязычных проектов снова активно в работе. Поэтому, если у вас пока нет английского языка, я подчеркиваю, пока нет английского языка, вы можете найти работу на русскоязычных проектах. Но все равно лучше, когда у вас есть английский язык. Ну, еще большой плюс. Поймите правильно, войдя в сферу IT, вы с неизбежностью попадаете в ситуацию, когда в крупных компаниях вас учат английскому языку, создают для вас условия, и от вас ожидается, что вы будете учить его с первого дня работы. Можете не ждать того момента, когда вам будет сделано предложение, от которого вы не сможете отказаться учить английский. Начинайте заранее. Ответил? Еще вопрос? Здравствуйте. Я здесь. Да. А если, допустим, изучать тестирование самостоятельно, что для этого нужно? То есть, допустим, учебник я прочитала, а дальнейшие действия это как? Это в Excel я там что-то пишу или каким образом послушайте, я тренируюсь? Вот спасибо, классный вопрос. Можно ли самостоятельно? Опыт наших преподавателей и опыт нашей работы показывает такую странную закономерность. Если человек до прихода на курсы перестарался с загрузкой своих мозгов, он приходит не как чистый лист, а как загрязненный лист, с которого нужно счищать то, что он там нацарапал. Я ясно выражаюсь, да? Послушайте, тренеры и система обучения, которая у нас работает, она предельно практикоориентирована. То есть те, кто приходят к нам учиться, работают в реальной баг-трекинговой системе корпоративной, не в Excel. Это баг-трекинговая система. Они попадают в ситуацию, которая полностью моделирует уже нахождение в компании, в штате, ее работу. Они работают с реальными заданиями, которые, по сути, это бывшие проекты, которые теперь вынесены в тестовое обучение. И они над ними работают. Их сопровождают реальные действующие тренеры, которые не абстрактно учат, они день работают в реальных проектах, вечером или утром приходят к нам и учат наших людей. То есть это реальные практики. Вот мы их от Сахи привели, они здесь работают. Таким образом, в чем здесь основная фишка? Они учат не абстрактным знаниям, не тому, что вы где-то там прочитали, схватили. Они учат вас на уровне умений и навыков. Разница между знаниями и умениями и навыками достаточно очевидна. Разницу понимаете? Итак, вы можете сколько угодно прочитать книги, читать массу информации, благо сейчас хватает ее. И это полезно, наверное. Но, честно говоря, лучше, если вы придете, и вам на ваш чистый лист, на табула раса, будут записывать то, что действительно критично необходимо для работы. А в процессе вы будете рыть в ту сторону, куда вам подскажут. Лишние знания, которые не востребованы уже завтра, бесполезны. Ответил? Спасибо. Вопрос? Да? Тут. А, да. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а могут ли тестировщиков когда-нибудь вытеснить специально автоматизированные программы дебаггера, например, в будущем когда-нибудь? Послушайте, я не стану отвечать на те вопросы, в которых я некомпетентен. Я не знаю. Давайте девушка потом. Да. Очень многие спикеры озвучивают, что 30 лет – это критичный возраст для входа в отрасль. Почему такое мнение распространено? Они хуже обучаемыми, не мотивированными или что-то еще? Может, вы сможете ответить на этот вопрос, обобщить? Да. Вы можете зайти и после 30. Можете. Но вот представьте себе, с кем вы будете конкурировать. К 30 годам вы, как правило, человек, который уже состоялся в какой-то области и, скорее всего, достиг в этой области уровня профессионала. Если это не так, то вообще вопрос, что вы делаете в свои 30 лет, да? То есть, скорее всего, вы уже наполненный сосуд и наполненный знаниями, умениями, навыками. Вы человек состоявшийся. И вот в этот момент вы бросаете то, где вы до 30 лет что-то нарабатывали, и переходите в область, в которой вы, скорее всего, мы исходим из того, что вы чужие для этой области. И начинаете с нуля осваивать какую-то другую область. Но я хочу напомнить вам, что у вас за спиной сейчас сидит человек 150 молодых, борзых, которые имеют свежие мозги. И они, кстати, еще не обременены умениями, навыками и готовы рыть
понимаете, готовы рыть, и у них чистый мозг, не заполненный еще вашим опытом и знаниями. И вы вступаете с ними в конкуренцию. Выиграете? Молодец. Но я подчеркиваю, вы конкурируете с высоко мотивированными и не загруженными еще мозгами чистыми, которые готовы впитывать, всасывать новую информацию, новые знания. Речь не о том, что вам закрыта дорога, речь о том, что после 30 лет вы оказываетесь в жесточайшей конкуренции со следующей стратой возрастной, со следующей генерацией. Для всех, если вы готовы вступать в конкуренцию, не ждите 30 лет. Вам 24-25, если вы хотите попробовать, уже пробуйте. В каждый год вы будете терять свое преимущество в гибкости ума и способности конкурировать с более молодым поколением. А если вы студент, ребята, со второго курса вы должны молотить, заглубляться и нарабатывать себе то, что позволит вам к четвертому-пятому курсу уже выходить на рынок с каким-то опытом. Для этого хватает сейчас возможностей. Если вы после пятого курса, получив диплом, приходите к работодателю и говорите: «Я такой классный, я закончил университет», извините, прошаренный, сильный работодатель спросит у вас: «Что ты делал последние 2 года, учась в университете?» И если у вас не будет достойного ответа: «Работал в компании, участвовал в стартапе, делал какой-то фриланс, участвовал еще в чем-то», если вы не сможете доказать, свой диплом, подпереть его конкретной практикой, опытом, умением и навыками, вы ничего не стоите для работодателя. Как в старом анекдоте: нынче бьют не по диплому, а по лицу. Я ответил на ваш вопрос? Есть сомнения? Уточните вопрос. Я не слышу вас. То есть ваше мнение, что в 30 лет человек не может быть достаточно мотивирован, чтобы просто все начать с нуля? Или все-таки давить предыдущий опыт, что у них там семьи, они претендуют на более высокую зарплату? В этом проблема? Почему работодатели не готовы сотрудничать с возрастными соискателями? Послушайте, еще раз. Если не понять, давайте так, более четко. В 30 лет вы уже должны зарабатывать $800 в месяц, согласны? Если вы не зарабатываете в 30 лет 800 баксов, это странно. Хорошо, секунду. Если вы идете в сферу, начинаете конкурировать с человеком, который учится на старших классах, на старших курсах и готов начинать входить, работать за гораздо меньшие деньги, вы конкурируете не только по мозгам, по скорости, по мотивации. Вам нужно сейчас резко снизить свой уровень потребления до уровня студента и заходить туда в освоение этой сферы. Какой работодатель будет готов платить вам $800 за работу, которую студент будет делать за 400? По чесноку. Вот вам простой и ясный интерес работодателя. Не ждите 30 лет. Если дождались до 30 лет и хотите менять сферу, извините, вам придется молотить в 3 раза больше, делать ставки в 3 раза более серьезные, чем молодой человек, 18-20 лет. Я не говорю, что это невозможно. Ставки более жесткие и страшные. Вот и все. Добрый день. Такой вопросик по тестировщикам именно. Вот я как человек не следующий в тестировании, хотя невольно мы все являемся в какой-то мере тестировщиками, пользователями программ. Скажите, наличие знаний каких-то базовых языков программирования необходимо для тестировщика? Совсем необходимо или будет большим плюсом? И что из себя представляет тестирование программы? Это пользовательский функционал, поиск ошибок интерфейса и функционала? Или же это просмотр кода? Как вообще можно понимать то, что... Есть масса возможностей, и тестирование, оно очень разное, очень разное. Если вы знаете какой-то язык, если вам подфартило, что у вас уже стоит там язык или несколько языков, зачем вам идти в функциональное тестирование? Приходите к нам на курсы автоматизации тестирования. У нас есть отдельный прекрасный курс. Более того, если у вас эта база есть, и вы заходите и сразу выходите на следующий уровень, потому что все-таки автоматизация тестирования, это более высокий уровень, чем просто функциональное. Там требуется знание языка. Поэтому добро пожаловать. Итак, курс называется «Автоматизация тестирования». Набираем редко, кстати, людей, которые имеют язык программирования и готовы идти к нам учиться, немного. Обычно это, кстати, компактные группы, человек по 6, по 7.
Собираем их приблизительно раз в квартал. Но места есть, записывайтесь. Вот, стартует на следующей неделе, мне показывает администратор. А, стойка находится у меня за спиной. Еще вопросы? Кто-то еще хочет спросить? Да, девушка хотела что-то. Уже ответили. Хорошо, спасибо большое за внимание. Итак, да, еще разыгрываем подарок. Вопрос. Вот, девушка, какой мне вопрос задали? Такой классный был. Первый. А, можно ли учиться самим? Вот я считаю, это очень правильный вопрос. Потому что, с одной стороны, соблазн, я выучусь сам, а потом пойду к работодателю, он велик. На мой взгляд, все-таки правильнее идти учиться у профессионалов. Поэтому спасибо вам за этот вопрос, приз вам. Спасибо большое за внимание, спасибо большое за вопросы. И я напоминаю, что правильное следующее действие – это в ближайший перерыв уйти к стойке, которая находится у меня за спиной, и сделать правильный выбор. Спасибо и до свидания.